Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием GeForge, либо Миссия Дарвина. Так, мы получили новое оружие, это магнит какой-то, пушка магнита. Загрузите сборочное оборудование, чтобы остановить производство. Так, у меня сейчас вопрос. Как менять оружие? Ага, все. Давайте, короче, сюда мы поставим пулемет. А вот сюда магнитик. Тогда будут все полезные вещи. Я иду. Только не туда, куда хочу. Хорошо. Поеду на этом. Фух, пронесло. Блин, в какой-то степени неудобно, слушайте. Так, подожди. А вот. А, вон, где проход. Может быть, дробовик купить тоже. Мне не побегать. Ага. Я что, по-вашему... Да... А, мучам нельзя тут будет. Ау. Так, одно сердечко еще я потерял, да? Тут и влипнуть недолго. Тихо. Установка накаляется. Что?
Я огня не касался, алло. Я стрельнул. Где тут дождевая установка? Так, один забрал. Второй забрал. Так, где мой пулемет? Ага, а теперь вопрос, что дальше? А теперь в натуре, что дальше? Ну, и я сюда пришел. Куда-то здесь нужен был проход? Тут прохода нету. Ну. Не пойму. Ну и? Все. Вспомнил. Так, Дарвин. Только что проверила. Впереди настоящая полоса препятствий. Для перегрузки системы потребуется активировать все три гнезда. Есть. О, да. Обеспечу. То вы издеваетесь. Да я не понимаю, что с ними делать. Этих по гарантии уже не вернут. Просто, а как потратить два сердца в никуда? Сдохни. Ясно. Понял. Ладненько, сейчас разберемся. Да, давайте купим.
А, так это от тебя такой звук? Пом-пом. Одно хп. А ведь я мог и умереть так. Фух. Готово. Поехали. Первый проход. Начало хорошее. Что дают лазеры? Я понял, что лазеры дают. Подожди, так я не понял, а где мне остальные брать? А, так там они бесконечные. Тогда понятно. Туда добраться? В комнате напротив есть грузовая платформа. Так ты доберешься прямо к конвейеру, но тебе придется поспешить. То есть здесь больше ничего нету. Спеклс, что там в компьютерном центре? Все еще работаю над вирусом. Сейбер внес хитрые изменения в программу, но я думаю, я смогу ее взломать. Ты где сейчас? Я у грузовой платформы. Готов вывести из строя отдел разработки чипов. Осторожно, Дарвин. У меня
меня нет никакой информации о том, куда ты идешь. Оставайся на связи, я дам знать. Блин, ладно. Я просто подумал, может мне купить эти боеприпасы? У меня на одну тычку. Сборки машин. А сейчас походу будет очень весело. Сохранить. Сборкам, сборка автомобилей. Что нового? А ну хотя мне full HP будет. Все еще не могу его найти, но мы тут не одни. В здании тусит ФБ. Не вертись у них под ногами, Бластер. Помни, мы тут с секретнейшей миссией. У меня нехорошее предчувствие. Ты уверена, что другого пути отсюда нет? Ищу. А, то есть меня еще и будут стрелять? Еще бы чуть-чуть и все. Ага. Не падает, а вот металлолом вполне. Не очень, скажу вам, удобно. Чудесно. Приборы каким-то образом сумели добраться сюда. Ну да. А, так я еще ни хера не получаю. Варас, можно как-нибудь понять, что здесь производят? Сейчас выясню. Ну, похоже на ящик. С другой стороны, похож на дом. А, стиральную машинку, все. Машину. Ладно, не беда. Зато враги сюда просто так не прибудут. Да, конечно, 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 конечно. Не будь это ловушка, было бы интересно. Что приедет следующее? Подожди, что? А, ну хотя, ну... Становится тесновато. Главное вовремя успевать делать дело. Да, это точно стиральная машина. Старайся не оказаться внутри, когда она включится, Ди. Что ты имеешь в виду? Вышел бы из меня енот-полоскун. Здорово. Мы за тебя волновались. А, все? Я тоже так хочу. Это, наверное, было весело. Да. В следующий раз пойдешь ты, Бластер. Я рад, что ты остался цел, Дарвин. И куда ты теперь? Так, теперь к месту производства микрочипов. Так, я вижу пылесос, я вижу место с микрочипом. Ладно,
Ладно, что следующее? Но по факту мне желательно бы как-то... О! Вот наверх я сейчас попаду. Вот, вот так. Это легко. Так, здоровье. Улучшить здоровье, да? Купить. Купить. Ну, у меня еще будет ледяное оружие. Огненное оружие. Так, а теперь вопрос, что мне делать? А, тем. А, все? Сохранить, да. Молодец, сразу два уровня прошли за серию. Так, Уоррес, я в цехе по производству чипов. Что ты видишь? Процесс производства чипов состоит из трех стадий. Перед тем, как идти к электрогенератору, тебе придется отключить все три установки. В таком случае именно так я и сделаю. Иду к первой установке. И ладно, идем к первой установке. Да, 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 да. Так, но у меня желания как-то с ним нету. В данный момент сталкиваться. Команда, все механизмы здесь отключены. Есть какие-нибудь идеи, как я могу их заставить работать вручную? Ну ладно, Дарвин. Это же как в школе. Помнишь, кардиотренировки, все эти часы в колесе? Лапками, лапками. Лапками. Так, ну в принципе, коробку я могу уничтожить. За счет лазера. И я бы ящик мог уничтожить, нет? Ладно. Да ладно, по ним можно лазить. Слышу это впервые. Так, а теперь я вообще ни хера не понял, потому что походу мне сломался вот тот чел. Лапками. Мне интересно, когда вот та коробка откроется. Блин. Странно, для чего?
А, так мне просто проход открыли. Окей. Ой, я не заметил его, он слишком маленьким. Так, я просто понимаю, что сейчас будет. Так, подожди, так мы ж пойдем, можем... Не можем. Ребят, нужна помощь. Так, а давай, наверное, все-таки это попробуем. Ему это не нравится. Не, походу тут без разницы. Распаковывайся. Так, ладно, сейчас отключим эту систему. А, там еще есть решетка. Ладно, давай тебя убьем. После сюда влетим. Ну сюда можно попасть. С другой стороны. Так, я застрял. О. Так, тут тупик. Отсюда мы пришли. Готово. Но зато я нашел диск. Так, не в ту сторону. Так, ядовитые отходы, да? Здоровье, количество патронов. Так, да, пускай будет. Никогда не знаешь, когда пригодится ли так. Так, в отравленной зоне и в той зоне. Безопасности. Запущена процедура. Дарвин, на схемах тут рядом есть воздушный шлюз. Я ищу его точное местонахождение, но сначала тебе все равно придется отключить первую линию производства. Я нашел Сейбера, Дарвин. Теперь уже скоро. Клах, а ты, Хуар? Минуту, ко мне тут кое-что приближается. На бреющем полете. А ну попадишь ты. Так. Мне предлагают сюда пойти. Ugh!
Теперь что? Ну я залез. Понятно. Так, куда мне сюда? Как средство передвижения? Жестко. Мне аж интересно стало. Ну-ка посмотрим, что будет. Военизированная настольная лампа Сабарлин. Неуязвим для всех видов, но может быть оглушен. Чотиана часто играет роль транспорта для вражеского приборов. Вы также можете использовать для того, чтобы добраться до недоступных для вас ранее мест. Для этого надо уцепиться за свисающий провод. Ага, мне нахер туда не надо. Хотя, подожди, давайте. Ну, на всякий случай. Так, отсюда что-то должно выбраться. Сечка вылезет. Сечка по-любому вылезет. Ага. Херел? А хотя подожди, я хочу, мне аж интересно, сколько будет урона. Ну один факт, все равно много стрелять. Дарвин, манипуляторы роботов сделаны из какого-то особо прочного сплава. Чтобы уничтожить их, придется применить электрохлыст в режиме атаки. Это выведет из строя первую линию производства. Блин, ладно. Электрохлыст. Электрохлыст, электрохлыст.
Окей. Чего так сложно? Но мне на самом деле посрать на сердечки, поэтому... Линия производства чипов полностью выведена из строя. Неплохо. Отлично. Я открыла тебе второй воздушный шлюз. Все готово. Теперь ко второй линии производства. Ну, давайте ко второй линии производства. Мы пойдем в следующую серию, ребят. Поэтому... Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и комментируйте. Ладно, сейчас давайте их убьем. Всем удачи, всем пока.